отличные выходные. Пятница. Уехал из города. Прочь, подальше. В зимнюю сказку. Надоела эта серость и грязь. Суета. Хочется побыть наедине с природой. Морозяка уже 21 градус. 4 ноября. Вот такая красота. Кровь. Прошлой неудавшейся поездки. Ну, она как бы была удавшаяся, но не стал я тогда ничего снимать. Я убрал далеко телефон в карман, немножко прогулялся, где-то километра 4, наверное, и вернулся домой. Сегодня хочу продолжить маршрут, немножко дальше пройти. Может быть, даже поснимать что-нибудь. Но не знаю. На улице потеплело. Было 24. Машина ночевала на улице. Завелась плита. Прогревалась минут, наверное, 13. Залез, было 83 градуса. Печка была выключена. Включил, вот еду. Кстати, вот двойное остекление помогает. Что машину только вот сел, выехал, еще на стекло только лобовое дует, подмерзает, зад запотевший, бокоушечки держат. Так, красоты уже такой нет сегодня. Тут вот уже я набил дорогу, так что сейчас едем по накатанному. Так никто не ездил еще в этом году. Ни до меня, ни после. Что-то вороны какие-то летали. Вот и все, прогулялся. Возвращаюсь к автомобилю. Даже что-то не снимал опять. Как-то нет настроения. Напишите, надо, нет. Походики эти снимать лесные. Или же только остаться на Нивовской теме. Кому как нравится, потому что, судя по аналитике, походная тема не заходит никому. Там от 3 до 20-40 просмотров, а нивовские, смотрю, видео более интересны, больше народу смотрит. Вот такая проселочная дорога.